Здравствуйте, меня зовут Олег. Сейчас я вам покажу, как искать скрытую проводку в сетях. Поиск проводки необходим при любых мероприятиях, связанных со штрафированием просверливания любых оптических сетях. Я бы это не рассказывал, если бы сам лично наблюдал, как эти съемки попадают в провода. Цена провода в несколько раз больше, чем цена пробника. Поэтому просто рекомендую каждому иметь при ремонте обыкновенный пробник и искать скрытую проводку в квартире. И только после этого проводить штрафирование и всякие мероприятия по сверлению стен. Перед поиском скрытой проводки необходимо подключить его питание. То есть мы должны дать свет. Происходит все очень просто. Подносим, происходит такой сигнал. Отмечаем, где провод. Происходит звуковая и световая сигнализация. Лучше всего отмечать стрелкой, где проходит реальный провод. И так практически проходим всю квартиру. Ну вот все. Я разрисовал, к примеру, кухню, где шел сигнал, нарисовал провод, как идет в стене. Ничего сложного в этом нет. Практически провод под потолком идет на высоте 15 сантиметров. Вот у нас он идет. На выключатель. Вот в этом месте, на перекрестке, может находиться распределительная коробка. Вот где буква П, там идет провод. Вот идет дополнительный провод, отдельно идет на котел. Вот он. Он идет чуть-чуть выше. Если учесть то, что уже разрисовано, как будет располагаться проводка на кухне, как я буду переносить, здесь у нас будет, здесь будут, здесь провода. Теперь можно спокойно планировать всю проводку. И точно буду уверен, что хотя бы сверло в провод не попаду. Знаю, куда штрафировать и в какую сторону, и к какому проводу что подключать, где провод убирать. Где его переносить? Просто и дешево. На проверку электропроводки у меня ушло 5 минут и 3 копейки денег. Все, спасибо. Буду теперь штрафировать и прокладывать новую проводку по кухне под свои нужды. Еще остановлюсь на пользе пробника электричества. Хотел в это место перенести выключатель с кухни. Проверил. Фанило. Проверил здесь. Фанит. Взял молоток. Проверил. Чуть-чуть подолбил, и сразу проявились два провода. Видно. Представляете, если бы я вот этой машины стал бы здесь бурить место для розетки. Что произошло бы? Рубанул бы сразу два провода. А провода идут в ванную. На розетку. Вот еще раз на пользе. Вот провода. Идут они ровно сверху. Один провод на выключатель в ванную комнату. И второй на его розетку. Надо будет думать, куда переносить в другое место. Выключатель. А пользуя подменой на пробник, цена 2 копейки.